Привет, друзья. Ну вот однажды я ролик сделал совершенно недавно о том, какой вебинар будем делать там, как стимулировать поисковую активность работы мозга для того, чтобы быстрее, лучше, эффективнее решать любые ваши проблемы. Но я посмотрел, там мало там этих лайков, вопросов, потому что мне кажется, это название не очень привлекательное, потому что я потом стал задумываться, а какой же нам все-таки сделать вебинар, потому что сегодня ситуация неопределенности. Я посмотрел там разные старые свои ролики и увидел слово «страх». И очень много там людей смотрели и получали пользу для себя. Там приемы короткие, которые снимают страх. И вот я вспоминаю, как раньше у меня было в жизни, как это происходило, что у меня происходил такой, как можно сказать, карьерный рост, что ли. Ну, короче говоря, как я выходил на разные уровни, там, чиновники, там, замминистры, министры, их близкие. Каким образом это происходило? И вот я вспоминаю, да, действительно, это было связано со страхом, потому что очень много людей, да, но мы не говорим об этом, имена не говорим никакие, без всякого согласования, но очень много людей нуждались в этом. Вот я помню, что у меня были очень большие начальники, которые именно потому, что у них был страх, тревожность, какие-то моменты после кризов, после каких-то обстоятельств, после каких-то личных отношений, после того, как давление подпрыгнуло, там криз какой-то был, или сильных стрессов, ну, возникало у них такое тревожное состояние, панические страхи. И вот они ко мне обращались, а я вот специалист, вообще-то, если говорить по страхам. Да, если так прямо сказать, чем больше всего мне приходится заниматься. Вот я же и говорил, что я был первый, кто выводил и в Беслане из острого стресса детей и взрослых, да, и в Каспийске после дома взрыва пограничников, и в Кизляре. Ну, так у меня судьба сложилась, что я все время имею дело со страхами. И в конечном счете, последнюю книгу я же написал, как использовать энергию страха, вот эти новые приемы, не просто снимать страх, а как использовать энергию страха как стресс-трамплин для решения нерешаемых вопросов. Да, ну, вы знаете что, я думаю, может быть, мы как-то соединим эти два вопроса, как стимулировать поисковую активность работы мозга, и как снимать страх и использовать энергию страха для решения нерешаемых задач. Может быть, соединим? И давайте, напишите, пожалуйста, мне комменты. Вот я недавно нашел в архиве, поставил в нашем канале Telegram, как Любимов, когда я ему предложил сделать мостик, он мне сказал, а мне страшно, я же не могу так взять прямо в эфире, в телевизионном программе «Взгляд», сделать мостик. Вот в Телеграме посмотрите, подпишитесь, кто там не подписан. В Телеграм у нас канал. И вот, значит, я ему говорю, а сейчас вы сделаете мостик. Просто сначала сделайте прием. Он сделал прием и сразу сделал мостик. Да, а Листьев тогда был там. Он прямо заглянул к Любимову туда под мостик и говорит, Ольга Корбут прямо. Да, друзья, вот видите, оказывается, если вы знаете приемы, то с помощью приемов вы можете снимать страх перед любой деятельностью. Ну, хотите мостик делайте, хотите перед выступлением, хотите перед соревнованием, хотите, ну, как хотите. Если вам нравится такое название для вебинара, который мы хотим на пятницу поставить, да, и мы с Шейлой там будем, потому что Ален в этот день, оказывается, не может, он сильно-сильно занят, там кому-то помогает, и он не может оторваться от этого вопроса важного. Мы с Шейлой будем проводить. Она покажет свои приемы, я покажу свои приемы. Все вместе у вас получится так, что вы подберете себе то, что по принципу ключа,
подберете то, что вам лично подходит. Да, это мне сейчас посоветовали там в прошлом комете, чтобы я смотрел прямо вам в глаза. То есть смотрел в объектив или на экран. И напишите мне, так лучше или нет. Итак, друзья, за дело, потому что после этого вебинара, который мы проведем, вы все получите короткие приемы, как снимать страх и этим самым стимулировать работу мозга, чтобы решать свои проблемы личные лучше, быстрее и эффективнее. Сегодня ситуация неопределенности. Конечно, это нужно всем. До встречи.